Очень люблю смотреть репортажи Семена Пегова, вот, который вот, у него все время идет уничтожение окружения ДРГ. Вот день за днем оно все ближе к Шуше. Вчера вот уже на окраине Шуши он окружал, уничтожал ДРГ. Я понимаю, что иначе его просто никуда не пустят. Его сынов там чуть не убили. Ну да, его, я понимаю, что его никуда иначе армяне не пустят, если он не будет рассказывать армянские сказки о том, как все хорошо, вот осталось чуть-чуть окружить и уничтожить. На самом деле речь идет о том, что армяне отступают на восток, к Шуше, и дорога перерезана, и, видимо, деблокирована не будет. Все. Ведь война на грани, мы находим на пороге поражения полного. Нет, если они не сумеют, если армяне не сумеют разблокировать дорогу в течение нескольких ближайших дней, скорее всего, они потеряют все. А сейчас речь даже не об этом идет. Сейчас речь идет о возможном падении Шуши, или, по крайней мере, окружении, и о падении Мартуни. Если Мартуни падет, то фактически вся дорога до Шуши будет быстро зачищена азербайджанцами. И тогда они все уже блокируют Шушу с востока, и все. Ну, просто все.